Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Брюшной тиф сегодня у нас. Сразу мы скажем, это инфекция. Может что распространяться и превратиться в эпидемию. Ясно, да? Риском заболевания являются дети, ну и, конечно же, регионы Африки, Азии, Тихоокеанские архипелаг. Но есть один нюанс. Чаще всего страдают дети из-за этого. И многие люди, которые не соблюдают простейшую гигиену. Почему? Потому что инфекция распространяется благодаря чему? Потому что человек, либо дети не моют руки, и с грязными фруктами и продуктами, что данная инфекция начинает распространяться в нашем организме. Вследствие чего проникает в кровь. Вот. Тяжело поддается лечению брюшной тиф. Дает очень огромное осложнение на весь организм в целом. Вот. И что может привести к смерти. Понятно, да? Ежегодно от брюшного тифа умирает свыше 100 тысяч человек. Чаще всего это дети. Ну, так как дети, они, скажем так, не могут гигиену соблюдать. Игнорируют родителей старших. Ну, а те, кто уже прошел этот путь, уже знают. Точка GI2. Эрдзянь. Вот здесь нужно сказать точно. Данная точка находится в очень простом, удобном массажном месте. Когда начинается данная эпидемия, пожалуйста, данная точка тонизируется. Активизируется. Тем самым вы помогаете своему организму, что укреплять иммунитет. Понятно, да? Сразу же организм начинает вырабатывать на тонком энергетическом уровне противобрюшного тифа, что иммунитет. Конечно, этой точки будет недостаточно. Мы сразу вам скажем. Понятно, да? Потому что брюшной тиф мы не знаем точно, чем он, либо что он может вызвать в нашем организме. Общее воспаление всего организма, либо общее истощение. Помните, болезнь одна, но каждый болеет по-разному. Вот в чем проблема, что каждый человек индивидуален. Но данная точка, GI2 Эрдзянь, выступает одной из точек, которая всегда берется при брюшном тифе. Понятно, да? При всех воспалительных проявлениях тифа брюшного, данная точка расслабляется. При слабости, вялости, истощении всего организма, данная точка тонизируется. Так как это тяжелое заболевание, инфекция, акупунктура идет в помощь. Поэтому нужно провести диагностику 12 меридианов и видеть картину, что брюшной тиф в нашем организме сотворил. Он воспалил весь организм, тогда вся система 12 меридианов расслабляется. Либо весь организм истощен, тогда нужно что? Укрепить систему 12 меридианов, вследствие чего укрепляется и весь наш физический мир. Ну а данная информация вам в помощь. Помните, данная точка тонизируется. Спасибо за внимание.